В Сыктывкарском колледже сервиса и связи состоялось торжественное награждение победителей чемпионата профессионального мастерства среди лиц с ограниченными возможностями Обилимпикс. Всего в этом году 149 участников из разных городов Коми. Это студенты средних образовательных учреждений, а также учащиеся коррекционных школ и интернатов. В Обилимпиксе 2021 23 компетенции самой разной направленности. От парикмахерского искусства и социальной работы до швейного отдела и бухгалтерского учета. Победитель в каждой номинации получил золотую медаль и благодарственное письмо. Среди чемпионов – представители сыктывкарских, ухтинских и печорских образовательных организаций. Чемпионат Обилимпикс очень значимое для нас мероприятие, потому что это создание условий для профориентации, для профессионального самоопределения. Чемпионат он действительно нужен. Мы приглашаем работодателей, ведь нам важно не только, чтобы школьник нашел себя в обучении, чтобы он получил профессию, но он должен еще быть трудоустроен. Трудоустроен и быть успешным в профессии, несмотря на, может быть, какие-то сложности, которые его окружают. Чемпионат профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями Обилимпикс проходит в Коми уже в шестой раз. В 2021 он, как и многие другие события, приурочен к столетию региона. Местом проведения стали 9 специализированных площадок образовательных организаций Сыктывкара.